Здравствуйте, это канал Евгения Саженцева. Я писатель, автор песен, блогер и молодая мама. Сегодня я хочу представить свою новую книгу в жанре фантастики. Она называется «Кладоискатели». Эта книга повествует о дружбе, о взаимопомощи, а также о том, как нам нужно жить здесь и сейчас, не оглядываясь на прошлое и не заглядывая далеко в будущее. Эта книга учит нас быть счастливыми сегодня. Также эта книга о приключениях, об адреналине и о том, как надо ценить жизнь. Главный герой проходит разные испытания, он попадает в прошлое, он хочет изменить свою жизнь. Он думает, что если он что-то поменяет в прошлом, то в настоящем его жизнь изменится. Но самое главное, что он понимает, это то, что Бог мудрее нас. И его промысел ведет нас по жизни самым наилучшим образом. Главный герой вместе со своими друзьями проходит много испытаний и понимает, что всегда был счастлив каждый день, просто не замечал своего счастья. Если вы хотите приобрести эту книгу, ссылки будут в описании. Ее можно купить на Ридеро, Литрес, Озон, Амазон, а также в других магазинах интернета. Еще ее можно заказать по почте или прочитать в электронном виде. Спасибо за внимание!